Образование – приоритетное направление государственной политики. Для современного общества наличие образовательных учреждений в шаговой доступности – это прежде всего удобство и комфорт. Возможности получить образовательные услуги сегодня есть у каждой семьи, и обеспечить соответствующий уровень доступности этих услуг призваны профильные учреждения и комитеты. На августовской конференции работников сферы образования по традиции обсуждались актуальные вопросы и проблемные темы. Во многом это мероприятие помогает не просто услышать о нововведениях, проведенной работе, полученных результатах, но и выявить наиболее значимые и первостепенные задачи, требующие решения. Одной из самых острых является проблема обучения школьников во вторую смену. В прошедшем учебном году в 10 школах района во вторую смену обучались 12,19% от общего количества обучающихся. Я напомню, что задачу, которую поставил губернатор перед школами региона, это охват не более 9% детей второй смены и в перспективе полностью уход от второй смены. В своем докладе председатель комитета по вопросам образования подчеркнул, на сегодня ситуация в сфере во многом меняется в лучшую сторону. Подтверждение тому строящиеся детсады, пристройки к школам, ежегодно повышающийся уровень образовательных услуг особо радует и тот факт, что в районе активно развивается детская оздоровительная кампания. Летом 2016 года на территории района работали два муниципальных загородных лагеря «Лесная сказка» и «Юнармеец» и 26 лагерей с дневным пребыванием на базах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. На два лагеря больше, чем в прошлом году. Мы гордимся тем, что муниципальный лагерь Щелковского муниципального района «Юнармеец» занял третью позицию в топ-10 оздоровительных лагерей Московской области. Особо выделили и роль педагогов в развитии сферы образования, ведь ни одну медаль на соревнованиях и олимпиадах выиграли школьники из нашего района. Мы все вместе достигли очень больших успехов. Это 101 медалист, 14 стобальников. Это хорошие результаты. Сегодня педагог – это не только тот человек, который входит в класс, в комнату детского сада или в аудиторию учреждения дополнительного образования и работает с детьми. Педагог сегодня активно участвует в развитии, в динамичном развитии всей системы образования. Не бывает плохих детей, не бывает детей неталантливых, но их таланты, их самые хорошие, лучшие черты помогают и раскрывать их. Бывая в школах, в детских садах, ловишь себя на мысли, вы энтузиасты, вы преданы своему делу, у вас всегда горят глаза. В ваших руках будущее не только города, района, но и всей Московской области, и всей нашей матушки России. Сегодня образование – это еще и новые программы, которые педагоги осваивают и внедряют в учреждениях. Но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. И нести лучшие традиции российского образования – это почетная миссия и долг учителей. Конечно, традиции системы образования Щелковского муниципального района мы вместе с вами храним, чтим и приумножаем. На конференции по традиции педагогов поздравили не только теплыми словами, но и наградили. Лучшие в своем деле получили дипломы и грамоты. Особую благодарность получила и Софья Горбатко, председатель районной ассоциации профсоюзов. Ее труд имеет важное значение в сфере образования. Профсоюз очень заботится, очень беспокоится о педагогах и старается помогать. Комитету мы очень работаем в тандеме, мы понимаем друг друга очень. Итак, август подошел к завершению. Впереди насыщенный учебный год. И с уверенностью можно сказать, с такой профессиональной и сплоченной командой сферу образования Щелковского района ждут новые свершения и успешное развитие. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».